Массаж и активный образ жизни. Теперь пожилые барнаульцы смогут поддерживать свое здоровье с помощью современных электромассажеров. Это и сыкр, и дано. Очень хорошо. Очень. Я говорю, так вы еще подкрякивали. От кайфа какого тут получаем, нет. И особенно хорошо там ноги, когда тоже от ног все. Там все пальчики, от мизинца до самого большого. Всего в спортзале 4 массажных аппарата. 2 для лечения ног, накидка для плечевого пояса и шеи, разогревающая подушка для позвоночника. Массаж такими приборами не только расслабляет мышцы и снимает боль. Это антистресс, укрепление иммунитета и релаксация. После такой терапии, говорят специалисты, сон будет легким и крепким. Помимо массажеров, купили беговую дорожку и велотренажер. Все благодаря выигранному гранту на оборудование лечебного спортзала. Не во всех медицинских учреждениях сегодня есть такой комплект, набор, когда можно прийти и ноги подлечить, как бы и там, то есть, ну, изумительно. Я бы хотел пожелать только вам всем удачи. Пользоваться аппаратами можно бесплатно. Они расположены по адресу Беляева, 7. Там можно будет получить и рекомендации врачей. Пока что зал будет работать каждый понедельник и четверг с 11 до 15 часов. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.